В Кизилюртовском районе полицейский вытащил двух мужчин из горящего авто. На 775-м километре автодороги «Кавказ» произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин загорелась. Очевидцем этой ситуации стал начальник тыла МВД России Кизилюртовский Абдулбасыр Чинчаров, который находился по служебным делам в Махачкале и возвращался домой. Благодаря его действиям пострадавшие в ДТП остались живы.